В Москве грянули холода и выпал долгожданный снег. Кто-то одевается потеплее, а кто-то и вовсе предпочитает оставаться дома. Но только не эти люди, которые называют себя моржами. Они собрались сегодня на берегу малого бездонного озера в лесопарковой зоне «Серебряный бор». С началом морозов члены клуба моржей каждые выходные вырубают здесь прорубь 25 метров длиной и 4 шириной. Сейчас моржи не только открывают сезон зимних купаний, но и отмечают 50-летие своего клуба. Отличное настроение, отличная вода, приятная, улучшает настроение, все отлично. На улице мороз, а температура воды в проруби около 2 градусов. Не так уж и тепло. Однако, по словам моржей, эти купания их согревают и наполняют энергией. Для меня это аккумулятор. Заряжаешься на неделю, суббота, воскресенье приходишь, уже тянет. Уже какая-то, привычка, что ли. Любители зимних купаний считают, что моржевание закаляет здоровье и повышает сопротивляемость организма простудным заболеваниям. Однако медики более осторожны. Они рекомендуют проконсультироваться с врачом, прежде чем заняться таким видом закаливания. Снова я вижу...